Приветствую всех на канале Вечный Пилигрим. Продолжаем отыгрывать Скайриме воина тяжелого доспеха с одноручным топором. И, собственно, орк, как всегда. Выбрались мы из Рагнвальда. Маску забрали в той серии. Теперь бы вот разобраться с этим. С нежитью, ну и с имперцем тоже попутно. Все, камней душ нету свободных, все какие были, позарядили. Да, проверим. Великий, да, это мы со жреца драконьего зарядили, это все. Мы просто разрядим, вернее, вот эти три. Только вот так сделать надо. У меня что, вообще никаких не осталось, да? Ну да, все зарядил. Не, ну это тоже неплохо. Маг, призрак. Снова не сбить, ну ладно. О, уровень, это очень в тему. Было бы сейчас, если надо было подлечиться. Хотя, давайте берем. Не ради ли исцеления, просто ради того, чтобы веки получить вот эту штучку. Двигайся. Хоть какую-то защиту от стихий. У меня, по-моему, на щите сейчас зачарование резист огню. Ну да. Ну, надо будет и дальше. А тем временем, пока я тут разбираюсь, нежитью, спасибо тем, кто смотрит вам всем. Спасибо, кто подписывается. Очень ценно. Канал сейчас статистикой своей радует. Ну что ж, продолжим. Кто еще впереди? Ага, да не один. О, еще один носитель бонитого топора. Дикий урон на самом деле. А, я по-другому попал. Дикий урон, потому что у меня кап брони есть 85%. То есть, соответственно, это 15%. Продумноженное на 3 за счет уровня сложности, соответственно, 45%, ну то есть за 400 дамаг был бы. Этих убрать просто, вот, вот чтоб не мешались. Ага, убрал, отойти не успел. Сильно, сильно. Надо было сразу вперед газовать. Это я сохранился неудачно. Пошел, пошел, пошел. Так, зелье лечения, напомню, я не использую. А тут у меня один овощной суп остался. Хотя, да, еще вот так. Вот так. И даже вот так мне сейчас понадобится. Битва сложная. Хорошо лучников нет. Блин, надо что-то... И криков он не... Крики не использует, это тоже важно. Как бы мне конец пришел. Сейчас хоть замораживающим бы он мне долбанул, хоть с рудахом с ног бы сбил. Живем за счет запаса хп и регенерации. Ага. Ну ладно, силовую ему провели. Сглазил. Вернее, накаркал. Я выжил, нет? Нет. Крик для меня смертелен. Пока. А, так надо было юзать щит. Я же забыл, у меня теперь есть резист. Все, отход. А, не спасет, да? Понятно. То есть надо в момент наложения заклинания держать. Вот такая механика получается. А еще лучше. Либо просто сбежать от них. Ну это такой себе вариант. Мне ничего не дадут. Либо не тратя хп, вот так делать.
Не того. Хотел беспокойного забрать. Ну ладно. Надо сохраниться. И отход. Ага. Ой-ой, тут еще. И тут лучники. Вот это уже пилова. Не, ну тут практика, конечно. Владение одноручным оружием навык-то растет, наверное, как на дрожжах. Блин, не того ударил. Там еще один. Да что ж такое? Фу. Не, мне его бы залутать. На эбонитовый топор. А, великий, кстати, хорошо. Да только... Как вы понимаете, лучник это уже куда поширее. Не, определенно про... Блин, супы еще скоро кончит свое действие. Ну ладно. Зато, что у меня там по блокируем? Понятно, броня растет. 83, кстати, броня неплохо растет. Было 70 вроде при повышении уровня. То есть уже 71, уже пункт. Сюда бы. Сюда два перка. Блин. Не-не-не-не-не. Вот так-то. Ух, вот это и ушел. Хотя бы эти как раз дамажить. Ну вы поняли. Тех остальных. А, ну это хотя бы беспокойный слабенький. Но все равно лучше убрать его. В общем, да, бегаем от того, чистим остальных мелких. Умри. Ну, да, периодически погребает военачальника. Сюда иди. Так. Эх, жаль, ко мне не попадается душ. Ну, в принципе, они у них, кстати, бывают. Но-н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 о. Верно, не ушел, что ладно. А вот это повезло. Ага. Ну это логично. Что-то как будто мешает бег, нет? Так, ХП почти полное. Так. Один на один мы с ним остались, да? Да. Давай. Не, технически его можно одного... Да. Что, что будешь делать, а? Сейчас еще одна минимум стрела. Или, не дай бог, под топор. Ну, вставай же ты. Да нет, не мог ты меня убить. А, убил падением. Нехороший драуга. Я думаю, что не встаю так долго. Да потому что он меня падением, похоже, вырубил. Причем, когда, пока я катился, еще была возможность сохранить игру, то есть я там еще был живой. Тут еще, как минимум один. Так, одна ручку повысили. За одну угрозу убрали. Чтоб спину... Не ткнул, равновесие в нужный момент не выбил. Да. Что, что будешь делать? А, ты рукопашник, топор потерял. Так,
Что я делал? Наверное, почему я не делал вот так? Не, ну с рукопашником, да я... зачем я это сделал? Надо было камень душ заряжать. А я ни топор не зарядил, ни камень душ не освободил. Глупо. Очень. Ну ладно. Ну хоть руда зареспаунилась, не только враги. Но это было жесть. Так, что у нас там? Расцветная заряда? Да нет, спасибо, нежити мне сейчас хватило. Дом Маркарте, это было бы неплохо, но... Что у меня по весу? 350. Давайте-ка возвращаться. Маркер, благо, недалеко. Броня была 71, когда я посмотрел, заглядывал. Ага, ну почти пункт. Тут опять повысилось, это радует. Ладно. Да, еще тут какая-то резня с вампирами. Вот, блин. Не-не-не-не-не. Что-то я передумал. Вот это 171 одну единицу урона увидел и передумал. Если кэш вообще уйду. Это было жесть и грязь. Зелье действует какое-то, нет регена. Это вообще не супы, не действует, то-то и медленно. Ну-ка вот так. Да уж. О! Отлично, каджит это хорошо. Мне у них надо. Вот так. Вот так возьму. Вот так вот взять надо. Потому что сейчас улучшать вот эти вещи, то взамен. Так. А эти, кстати, можно... Тут это определенно продавать. Как и вот это, и вот это. А, деньги все, да? Почему вот это стоит оставить для, в качестве шмоток для зачарования? По единичке весит все равно. А что на остаток денег у них? Вернее, чем остаток денег у них вытащить? Да вот такой всякой ерундистикой. Вот точно ничего больше интересного нету. Истинная скрытность нет. Блин, алхимия, алхимия. Тишина, редчайшая штука. Но мне не нужна. Поглощение 4 здоровья. Нет, мне это не надо, благо. Алхимия. Нет, алхимию я уже мощнее могу сделать. И сам. Ну да, да, терпит. Только вот вопрос, а я изучил уже навык алхимии или нет? Наверное, да. Что у него есть еще интересного? Да нет, тут особо ничего. Ладно, все с ним. Я здесь, потому что не могу смотреть спокойно. Нет, крабов лучше оставить пока. Живых. Потом их души пригодятся. А вот тут. Опять рыбки. Обидно. Ладно. Может, лосось бы опять попался. Икра нужна. Хотя что мне сейчас по ингредиентам я с собой тащу? Еще мелочь, ну понятно. Ах да,
пополню припасы сразу и обязательно куриные яйца. У меня не так мало, слава богу, лососевой икры, она мне пригодится при прокачке. В шахту, ладно, не пойду. Так, 5300. Все равно заначка луков есть еще. Сейчас еще будет эбонитовое снаряжение в продажу уйдет. Там много чего интересного будет сейчас по деньгам. Главное, еще камней душ припер. Сколько, кстати, в сумме? 25, 30, 32. Кстати, это, ну, более 30, короче. Вот большой камень душ. Потратили, топор заряжен. Хорошо. А ладно, не буду тут зелья кузнечки. Так, улучшу. Хотя, а может не стоит. Пока есть луки. Блин, точно не пустят же еще. Имею в виду, что не стоит пока даже продавать и улучшать. Мне же кузнечное дело это качать. Потом опять. Может быть, сделать заначку под это дело себе на перспективу. Наверное, да. Деньги сейчас нужны, конечно, но у торговцев ведь они ограничены. А я сейчас думаю, лимит торговцев выберу. Две мерзкими луками. Так что, наверное, и не стоит. Собираем халяву, потому что это, по сути, ее содержимое инвентаря. То есть можно выкупить ингредиенты. Ну, не подряд все ингредиенты у нее также в инвентаре есть, но частично. То есть можно купить, а можно взять. Граница, отделяющая от этого, дающая это возможность, это маленький квестик в виде посылки управителю Ярла. Посылку оттащить. И на этом ее доброта заработана, дружба. А тут взять можно немало, как вы знаете. Одни яйца корса чего стоит, редкая штука. Да и это тоже в наличии. О, морковь пригодится. Да, эбонитовое снаряжение на перспективу. А так, тоже. Нет, как раз железные мне пригодятся. Хранение мороза. А что у меня за... А, ну у меня, понятно, одна ручка. Это надо и изучить. Далее, что тут? А тут с ней надо торговать. Только я забыл светящийся гриф взять, и вот тут ингредиенты. Сейчас справлюсь. Так, это мои яды, это нужно. А, у тебя все. Сначала я... Нужно будет тебя полечить. Или еще что-нибудь. Хорошая женщина. Так значит, ты алхимик. Так. Так. Так, обязательно. Вот так. Вот так. Теперь что мы еще можем ей продать? А забери. Мне 5800, да? Ну, то есть сотни три монет. Нет, 500 монет примерно получили. Теперь все это снова
вот сюда. Пока пополняем копилочку. Но уже скоро можно будет это дело тратить для прокачки. Сколько? Так, гранат 76, хорошо. Мог бородатый где-то тут быть. Здесь 120, понятно. Так, тут что? А, еще вот такая штука. Но. Это все сюда. Сюда, сюда. Потом мусор выброшу, так сказать. Раз, два, два камня душ. Можно что-нибудь будет улучшить. Да. Оп, вот. Тоже шмотку на зачарование взять. Я, кстати, не уверен, что у меня есть шмотки на зачарование. Кстати, всего 13% можно бы ее поулучшать. Противодействие огню, ерунда. Во! Слушайте, у меня тут броня изгоев. Предназначалась для продажи изначально, ну да ладно. Десяток. Взять с собой. Ну что ж, в эту самую, как его называть, пентаграмме душ, крепость под каменную, я сбегаю без записи. Снова прокачка зачарования, ничего там особого интересного, ну, рутина, которую потом даст комфорт игры, сами понимаете. Что ж, продолжим. Чуть разгрузился, камни оставил один на подзарядку буквально, и два заряженных с великими душами. Я племянник Колсона. Нет, 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 помогаю, мне нужен ты. Погляди. Мне нужно буквально у него закупить с камушками. Ну, еще один, ладно. Что мы можем ему за это дать? Все это зачарованное мнение, и я дать не могу. А и все. Тут, конечно, в убытке. Ну. Потихонечку носим балки. Нам как-никак качаться кузнечкой. Так что двимерский металлом помалу копим. Что? А, вот что я забыл. Зачаровать и дальше шмот. У меня, соответственно, мало осталось очень вещей на зачарование. Мне нужно будет либо перевести бонитовые сливы, серебряные, золотые слитки на кольца, потому что они попарно изготовляются. Либо что-то еще думать, одежду искать и так далее. Много. Так, что у нас на шлеме? А на шлеме у нас толком-то и ничего. С учетом, что магией я не пользуюсь. Ну ладно, шлем, может быть, и не будем носить потом. Подумаем. Здоровье? Ну да. Что еще? А у меня что за ожерелье? А я ожерелье, короче, да, не зачаровал никакое. И потратил. Ладно, учту сейчас. У меня нет с собой серебряного. Какого слитка нет, у меня только двемерская балка. Это значит, что надо купить буквально один слиток. Сейчас кузнеца здесь посмотреть, заодно выкинуть луки. Вернее, продать двемерский взамен. Не туда. И взамен, может быть, еще одну балочку прихватить. Это несколько двемерских слитков, сами понимаете. Несколько, да каждый раз того прилично будет. В любом случае уже 33 хп себе добавили экипировкой. Так, плавильни у тебя нету. А ты где? А вот. Клинки, шлемы. Практически ага, нету ничего. А, нет, есть. Так, да, орехалку я покупаю.
Мне нужно ожерелье. Сразу. Нет. Второй чисто на кольца, потом под зарядку. Хотя, может быть, и сразу. Крохотный, а он один только. Смысла нет. Ну, подожди, смысла нет, если только... Нет, ничего мне это не даст. До 78. Все равно это мне не поднимет. Клан Серебряный будет услышан. Да, топор я тебе когда-нибудь верну. В лоб. Я занят исследованием. Что такое? Да не видно, чтоб ты исследование занят был. Я племянник Калсельма. Помогаю ему в лаборатории. А, так у меня один камень, ну все нормально. Мне хватит тут вот так. Не давай моему дяде углубляться в свои теории. Одноручная, 26. Да. Ну давайте потрачу крохотный камень душ сразу. Фиг с ним. Вот есть кольцо. Блин, 78, чуть не хватает. Ну ладно. Это не важно. Забыл же ему луки продать, извиняюсь. Кузнецу. Плюс снаряжение там я есть. У меня орочи наручи, которые я подобрал. Там ударом. Короче, есть еще магические шмотки, которые кузнец купит. Так, иди сюда. Клинки, шлемы. Практически все необходимое. Это я продать уже не могу. И напомню, не продаю то, что зачаровано мною или сварено. То есть то, что выковано и улучшено, могу, а то, что уже на пентаграмме или в алхимической лаборатории, то я не продаю. Вот так вот. Все, наверное. Вес появился. Теперь. Снова надо сбегать. В конце концов. Вот так. Реген запас сил. Еще несколько баллов взять. У меня в конце концов 86 кило. А почему, кстати? Потому что я не то жерелье одел. Ну ладно, пока что то. Еще на 30 кило. О, как 369. Ну блин, под расчетом. Да, это ожерелье пока стоит собой таскать. Плюс 20 килограмм к переносимому весу. Так-то за черное ожерелье оно получается у компании Кутил, если угостить их медом фонинга. Но это для остальных раз это плюс 25, для орков плюс 20, благодаря Imperius Race моду. Урков зачарования все слабее на 20%. Но оружие, броня мощнее. Так. Прежде всего, где какая-нибудь бочка? Вот здесь. И переплавить две мерзкие металлолом весь. Вот так. Помидор можно взять. Все вот эти мусорные вещи в мусорку и должны отправиться. Они свою службу уже сослужили. Главное не выкинуть зачарованное. То, что правильно зачаровано, так сказать. Рад снова тебя видеть. Так. Спасибо. Они не любят, когда мы разговариваем во время работы. Бывает. Теперь мне уже... Сколько топор? 176 наносит, неплохо. 40... 44? Нормально. А где эта дама? Нужен новый клик. Да, иди сюда. Все, что доброму воину нужно. Под расчет луков, хотя сейчас можем у нее что-то купить. Рыхалк я куплю, мне это выгодно. Тут-то ничего, да? Так, а что будет, если я сниму шлем? 401. Блин, еще
Или потом просто улучшить броню, даже перки пока не вкладывается. Улучшение тяжелой брони. Вот тот, что... Ведь шлем я не очень люблю. А между тем он зачарованием толку не имеет воина. Он магом нужен. Ну, в конце концов, у меня на нос, видите, наползает. Убер пирсинг такой. Еще одни сапоги, отлично. Будь что зачаровать, как говорится. Тут все нормально. Двадцать один, не так и мало. А у кого что еще? У кого торговки универсала? Я думаю, ей 7 хватит. Все. Сколько у меня одноручного оружия зелий? 5. Должно хватить. Ну, шлем пока снимать рано. Кап брони как будет достигнут без шлема, тогда и буду снимать. Да, я не сварил этих супов овощных. Это плохо, это неправильно. Сейчас надо будет это сделать. Дай-ка угадаю. Рулет? Ну да, кто-то украл. Пар... Голову отрубил кому-то там, кто рядом оказался в этот момент. Все, успокоился. Кстати, да, у него же камни имеются. Нет, вот так. Сорок три. Ладно. Бери. Ну вот, 6800, то есть 1000, нет, 5300 было, то есть 1500 прибавили, да? Давайте-ка, я без записи уже сварю супов. Наварил, как говорится, аж 8 раз, лука паре это нет. Так что все остальные припасы отправляются в тумбочку назад. Что-то много веса нет. Не, нормально. Да ладно, руду уже одну. Нет, камни душ выкинуть надо в сумме. Да. Ну, не выкинуть, а попрятать. Пусть будут тут еще десятка полтора. Ну, чуть больше, наверное. Теперь далее. Настало время очередного рейда. В котором моя цель, во-первых, 1115 монет минимум плюса, даже ущерб, наверное, навыкам. Дом нужен уже, блин, хотя там даже больше надо еще его обстановку покупать. Спасибо. Теперь да, плюс прокачка. Куда бы сходить? Голове вертится оплот Дуродах. Ну, как-то такое себе. Хотя, почему нет? Ну, здесь же. Как раз его откроем на карте. Изгоев много. Кстати, у них можно сапоги и перчатки брать. Правда, по 2 кило весят. Вернее, сапоги и наручи. На зачаровку. Попутно собираем. Ладно, за железом не полезу. И уж в практике там боя будет более чем достаточно. Плюс там есть великан, труп. Эх, лососи нет. Крабы. Да, крабы — это и тренировка, это и души. Полезное создание. Кстати, что у меня по тяжелой броне тут прокачка? Понятно, только 72 началось, блокирование тоже.
А сколько, интересно, дали мне 3 удара блокирования? Немало. То есть лучше всего качать блокирование, как я вижу, именно ударами, щитом плашмя, а не этими, как называют, именно парированием. Под овощным супом нормально будет. Ага, нормально. Супа-то нет. Во, или вообще можно в логово солью, да, заглянуть. Шахта лунного камня. Лунной руды, то бишь, но там проблемка в чем? Там достаточно мощный драугер, имею в виду с подпиткой, и огненная магия ему в помощь там со статуей. И лечилка по 50 хп плюсом. Ты кто? Привет, а, странник. Не узнал такого ракурса. Не, давайте. О, Майк лжец. А вон Майк. Не понимает, что такого. Майк недавно ведь. Майк любит народ Скайрима. Они рассказывают. Наркомана убить. Столько интересного. У Каджита тут есть кое-что. Последняя! Минус живица все-таки успел все использовать. Ну что делать? Оп. Вот так. Ну, одну тоже неплохо. И одежду заберем. 1 килограмм веса. Мне самое то оно. Также, да, мне еще будет нужно великие камни душ. А точнее заряжен уже. То есть великие души срочно. Голова на перегонки со мной катится, да. Сколько каджитов, а? Стоп. Это еще что за чудо? Сородич, ты что, ты о чем думал? Ну ладно. А, мне уже нужно и сет на алхимию создать. Блин. Я вижу лосося. Он достаточно далеко от берега. Попасть будет легко. Но сначала вот с этим вставать. Ух ты, 55 хп. Солидное. Лежи пока. То какая практика для топора. Ну и неплохо. Так, лосось. Не вижу просто. Ага. Как повыше занять позицию. Все-таки не видно его с этой, в этой бурлящей воде. Чьи кусты мешают. Вон он. Оказалось, или там еще один? Да, еще один. Сразу две лососевые икры. Это круто. Или это не лосось? А я, а лосось я не вижу. Давайте попробуем с того берега. Не, один лосось, это правильно. Я не ошибся. А, только видите его еще, ага. Ага, сейчас. Нет, в землю был звук воткнувшихся. Посмотрите, это бурлящая вода, она классно маскирует. Нет. Или я попал?
Да нет, не попал. Да что ж такое? Вот. Ладно, ладно, лосось икра того стоит. Двигайся. Стрел мало. Блин, ну эльфийскими стрелять так не хочу. Потом ловить. Хотя можно немножко вот так сделать. Семи уже более чем должно хватать. Если стрелять нормально, конечно же. Да, я шел уже в оплот друадах, правильно? Краба вижу. А души крохотные тоже как раз нужны. О, еще один. Так. А что, уже прошло сутки? Рыба? Это я не против. Это и чешуя, это и душа. Ну давай, давай, давай. Я видел тут краба, вон он. Ах да. Нормально. Ну, как видите, я и парирование помалу качаю. То есть и одна ручка растет. Кстати, скоро уровень, да? Раб, ладно, уже не буду переправляться в одиночном. Сейф. Да, и уже можно делать вот так. 5 минут действия. Достаточно. Я и не прятался, а вот это плохо, что за спиной. Мощный маг. Не просто маг, а еще почти сотку снимающий. Да, у меня же на щите есть резист теперь. Получай. Отлично, камень. Сначала зачистить. Да ну тебя. Нет, сначала надо зачистить изгой, потом к ворожей топать. Что-то они какие-то дружелюбные. Но... Ну ладно, их это не спасет. Я пацифизмом не страдаю в отношении их. К ворожей с неполным запасом хп лезть не хочется. Да еще имея за спиной такое количество противников. Да. Так тоже надо сделать. А, лагерь Карспайр, простите, не оплот дрода. О! За два камня душ с этой лагеря, это уже круто. Это что это было? А, я берсерка щелкнул. Тьфу ты! О! Ну, 15 секунд действует, так что мне он бесполезен. Я не успею его реализовать, то есть я прощелкал все берсерка в прямом переносном смысле слова. Ну да ладно. Так, справимся.
Так, тут еще должны быть. Ну да, к храму Небесной Гавани топать не стоит. Да, уважаемый кот показывал, как туда можно пройти в начале игры, но, во-первых, пак, во-вторых, так сказать, мне оружие клинков не сильно-то и нужно, доспехи. Поэтому не будем пробовать. Так, тут остаться должен изгой Великого Сердца, ну или кто там, предводитель. Не надо экономить. И на вине тоже. О, случайно активирует. Подождите. Почему он умер? Стоп. Я не понял. А, то есть по-хорошему, то есть он что, постоянный? Я думал, он раз в день. Так-то он не понерплен, он тогда очень даже хорош получается. Вот надо сейчас дождаться окончания, его все равно топу не успею. Ну-ка. Я неверно понял описание, ребята. Он не раз в сутки. Он, по сути, малый талант. Ой, какая грязь. Ха-ха-ха-ха. Ой, как замечательно. Еще и лут ценный. Ну, в виде ингредиентов. Сейчас еще великана. Не говоря уже о сундуке. И голубой горноцвет даже. Именно голубой, который мне нужен. Так. Угу. Во. Электрика, не помню, есть или нету. И в изученном. Взять надо. Тут еще и соль пустоты к пальцу великана, да, еще и здесь пальцы великана, да. Замечательно. Так, надо проверить, все ли я в лагере зачистил. А, так таланты можно использовать только раз в день. Я использовал только что два раза подряд. После отката случайно тир со временем. А, то есть если я использую его в бою, вернее, чем больше я дерусь, тем получается, что я чаще имею шанс, что он перезарядится или как? То есть, типа, у него в бою, возможно, рандомная перезарядка. Ну, тоже круто. Вот это уже баланс. А не малый талант постоянно активируешься. Это был бы перебор. Плюс 100% урона. Пусть на 15 секунд, но все равно. Ну, это круто. И это повод драться реально. О, интересно. И дорого. Блин. Не знаю, зачем отписался, но уже отписался. Что есть? Опа! Ребята, это то, что надо. Отнести орку как раз маркер сердца Даэдра из квестик. Не сказать, что мне нужна его прям броня, но тем не менее. Ты зараза. А, во, сработало. Добивание. Блин, ну мне хочется посмотреть, что у нее есть. У органиани был прекрасный лут. У этой тоже неплохой. Еще и руда, кстати, рядом. Ты кто? Стоп, это еще что? Вау. Что тут мимо проплывает, а? А, ты еще и битый. Ну, броню урочу. Блин, может тут тащить? А давайте. А, еще и влезет, все нормально. Классно. Да, Варен Скайрим мод классный, конечно. Добавляет столько всяких противников и лута к ним. Хотя, конечно, и вылетает игра порой. Ничего страшного. Так, тут я еще что-то видел. Ну-ка, для эксперимента. У меня Бертерк не перезарядился. Но я его сейчас несколько раз использовал подряд. То есть, видимо, да, шанс активации в бою. То есть, только не активация, а
перезарядки. Похоже, что описание, наверное, немножко неверно. Так, что еще по идее есть? Так-то. Ну, на этом, наверное, серию завершу. В следующей серии можно будет дальше продвигаться. Хотя, блин, вес, конечно, проблема. Тут еще лагерь-то недозачищен. Ну, на этом на сегодня давайте все. Благодарю всех за просмотр. Надеюсь на ваши лайки, комментарии, подписки, отзывы, предложения. И до новых встреч!